Семинар – это важная часть учебного процесса в айкидо, говорят воспитанники детской школы айкидо Малышев Додзю. И вот если ты, к примеру, сходил на семинар и потом на экзамен, то у тебя более хорошая техника, ты больше узнал, чем тебе показывает тренер. Ребенок работает с разными людьми и узнает на себе, как работают эти люди. На тренировках ты отрабатываешь технику, одну и ту же самую. А на семинарах ты получаешь больше разных выполнений. Благодаря разным исполнением одной и той же техники, ты можешь найти золотую середину. Можешь найти идеальное исполнение техники самого себя. С 23 по 26 февраля 2017 года семинар старшего инструктора Саку Додзю Арига Сенсея. 6-й дан Айкидо Айкикай.